Всем привет! Мы на канале Бокс глазами тренера. И сегодня у нас тренировка по общей и специальной физической подготовке. Под рабочим названием боевая табата. Первый раунд мы работаем 3 минуты на мешках. Вольного боя в свое удовольствие. Просто чтобы разогреться. Понятно, сразу была у нас разминка в строю стандартная. И сейчас 3 минуты побоксировать. Потом нас ждет 4 табата раунда взрывных, жестких и довольно интересных. Итак, первый табата раунд. Напоминаю, что из себя представляет табата протокол. 20 секунд работы в максимальном темпе, 10 секунд отдыха. В нашем меню сегодня в первом табата раунде идет связка. 3, 2, 1. Хорошо, отдыхаем, 10 секунд меняемся. В течение 20 секунд наносим в максимальном темпе удары прямые по мешку. 2, 1, взорвались. Приоритет всех движений – скорость. Прямые удары как можно быстрее. Стараемся не вкладываться, на мощь не работаем, быстрота. Затем 10 секунд мы отдыхаем, и следующие 20 секунд у нас воздушное приседание. Пятки в пол, ноги полностью выпрямляем, и опять-таки приоритет – скорость. 3, 2, 1, хорошо. И делаем 4 таких цикла, то есть 8 подходов по 20 секунд. Соответственно, 1 табата раунд, это 3-4 минуты. Поехали, работаем. Интенсивной, желательно максимально интенсивной работы. Так, вторая табата связка, второй табата раунд у нас. Сочетаем отжимания. На отжиманиях стараемся локти прижимать к корпусу, то есть узкая постановка рук. Саша, можно с коленей? Стоп! 10 секунд, меняемся. И удары сбоку. Удары сбоку наносим преимущественно кружкой, локоть широко не оттопыриваем. Поехали, работаем! Узко и быстро. И опять-таки приоритет, как и везде, в сегодняшней тренировке, скорость. Быстрота движения. Быстрее! Третье испытание для наших юных подаванов от бокса. Третий табата раунд. 3, 2, 1. Хорошо. Удары снизу и работа на пресс. Беги, Форест, беги на мешок. 3, 2, 1. Погнали. Кстати, Голди пока качает шею. Помощник тренера Звикин Собакин. Яйцен клац-клац. Работает с теми, кто очень медленно тренируется. Сверяемся. 5, 4, 3, 2, 1. Хорошо. 10 секунд на передышку. Александр, ускоряемся. Саша просто не может найти себе место, где покачать пузика. Поехали, работаем. И снова апперкоты, взрыв. Приоритет, еще раз, скорость. Все максимально быстро делаем. 3, 2, 1, взрыв! Завершающий у нас 4-й силовой раунд. На мешке свободный взрыв. Ребята получили задание замочить мешок. Аки Рокки Бальбоа замочила Пола Крида. Со всей дури, со всей скорости, со всей мощи, чтобы ничего живого не осталось. Стоп! 10 секунд передохнуть. Ну а второе задание, это, конечно, дикое извращение. Бёрпи. Все любят бёрпи. Поехали, работаем. Прыжочек вверх не забываем. Прыгаем с песенкой I believe I can fly. Отлично. Виталик, ты так Крида не замочишь. Давай активнее. Стоп! По-моему, даже собака устала. Еще чуть-чуть. Ну и дабы восстановить ЧСС в нормальный уровень после 4 взрывных раундов, мы даем 3 минутки вольного боя спокойно, аккуратно, то, с чего мы начинали. Просто разбросаться. Прийти в себя.
собственно, на этой веселой ноте наша основная часть тренировки подходит к концу. Если видео вам понравилось, ставьте лайк, пишите комментарии и подписывайтесь на наш канал. Всем до свидания.